Всем привет! Сегодня будет необычное видео. С недавних пор у меня появилась машина, и я задался вопросом, как помочь природе. Поскольку у меня раньше был велосипед и руки, то никакого полезного и большого объемной, такой большой объемной помощи я предоставить не мог. У меня есть это. Огромные-огромные квадратные метры, их где-то 5 здесь, которые вместят в себя несколько больших пакетов мусора. Для чего это было сделано? Первое – это помочь природе. А второе – посмотреть, сможем ли мы окупить вот это, помогая природе. Помогает ли государство, подталкивает ли оно людей сдавать мусор, выгодно ли это, удобно ли это, потому что в Европе даже стоят контейнеры, где ты сдаешь бутылку и получаешь несколько центов. И по сути, с 5 бутылок ты окупаешь новую. Сможем ли мы сделать это в нашей стране, это мы проверим. Скорее всего, нет. Но мы попробуем покататься по лесу, забить вот это вот как можно максимально, а потом приехать в сдачу стекла, пластика и посчитать, сколько мы заработали, а сколько мы потратили. Понятное дело, что машина ест много, но я сюда не ради прибыли приехал, это не бизнес. Мы приехали сюда помочь в основном, но и посмотрим, сколько мы сможем заработать. Приступим. Первых находок — это пару покрышек и пластика. Вот вроде смотришь, овраг, да? Думаешь, там мусор, но его нету. Когда нормальные страны чистят и убирают, наше государство засыпает куском земли весь этот мусор, который покрылся мхом, но он не гниет. Оно вон, оно даже вытекает, вот эта жижа, которая там же и была все это время. Вот разве это перегниет? Я сомневаюсь. Кусок разбитого унитаза, пару стеклянных бутылок и пару пластиковых бутылок, раскопав эту небольшую ямку. Прошел примерно час. Вот сколько мы уже насобирали. Только что остановились возле обочины. 3 пакета и покрышка. Просто, вот, просто лес. Нам сказали люди, что там дальше одна или две больших таких ямы. Что нам хватит там, ну, не на раз точно. Поэтому двигаемся в эту сторону, периодически собирая большие комы мусора. Ох, а там дальше глубоко. Дальше совсем другой разговор. Это мы меряем. Там мусор, а мы здесь. Ехали мы, ехали. И нашли вот такую вот малышку. Теперь думаем, как засунуть ее. Я не знаю, сколько она весит, но она очень тяжелая. Поэтому будем пытаться ее затащить. Ну, как бы нормальное колесо, в принципе, для повседневного катания. Она немного оказалась слишком большой. Мы смастерили лестницу. Я, конечно, ожидал, что она большая, но я думал, она где-то будет вот посюда. То есть, ну, чуть больше половины. Она вышла на весь борт. Ну, если мы такое колесо еще одно увидим, мы его уже больше не засунем туда.
Я не понимаю. Вот куда? Я приехал собирать мусор или зимнюю резину себе искать? Вот я не понимаю вообще. Может, мне резину реально поменять, как бы? Я ожидал, что, ну, мы приедем, да, знаете, там увидим гору мусора там. Не, ну она еще свежачок на самом деле. Она свежачок, здесь буквально торчит какая-то железка. Но разве это проблема? Да, мое кряхтение на виде. Ну, чтобы вы понимали, здесь не просто колеса. Здесь два больших колеса. Здесь лежит мусор, пластик. Там два колеса, вот таких вот два колеса. Здесь сбоку два колеса, и по бокам все забито пластиком. Теперь мы едем на сдачу. Наступил уже следующий день. Не успели мы отдать все наше барахло. Прошло уже несколько даже дней. Но направляемся сейчас. Нашли, где сдают покрышки килограмм за одну копейку. Коротко о нашем государстве. То есть посмотрел на сайте Мингорисполкома, по-моему, там пункт бытовые отходы, куда можно все сдать, утилизировать. Я же за природу, как бы все дела. И написано, что вот этот пункт работает с 8 до 12. Давайте подойдем и посмотрим. Работает киоск по вторникам с 10:30 до 3. Ну, как бы там было указано, что он работает каждый день по 4 часа в день. Я позвонил, на меня наорали. Ставим ей здесь подарок, пускай с ним разбирается. Идеально. Здравствуйте. Ну вот, я приехал. Давайте убирать будем. Ну, я вам их, получается, ну, как сдаю. Что, вот это? Да. У вас же принимают покрышки, получается, по килограмму за одну копейку, правильно? Килограмм стоит одна копейка. Секунду, звоню этому самому начальнику. Тракторные шины мы не принимаем. Они никак не прописаны у вас, что вы их не принимаете. Будущее, да. Вот, если я на будущее говорю, а сейчас мы их везем и оставим их на улице, приедет сегодня машина. Так, 33 килограмма, 59 килограмм. А, тоже? Да, тоже 59 почему-то. Рубль 50 за шины. Спасибо.